Жил-был мальчик. Он бился с огромными шестиголовыми драконами. Фанатичный серийный предприниматель. Ценил честность. Я хотел бы тебя пригласить сегодня вечером на романтический ужин. Мы не платим за ужин, платим за эмоции. Эти салфетки умеют возбуждать. Эти салфетки умеют наказывать. Макон Вилс. Suntem altfel. Aici, duminică de duminică. Te așteptăm să ne citești de printre rânduri. Neredactat.